И всем привет, с вами Руслан Стар, и мы продолжаем играть просто в наипрекраснейшую игру под названием Ретро Гараж. Вот эти вот BMW M3 30, вот эти вот 124 Мерс Универсал, вот эти вот Волга Кабриолет 24. Вот зачем они мне? Мне нужна такая простенькая машина, чтобы съездить к пацанам, посидеть возле пазика, там, погрызть семечек и тому подобное. Поэтому я себе купил восьмерку. ВАЗ-2108, в принципе, неплохая такая тачка. Я ее уже восстановил. Ой, ну купил я ее из-под деда. Ну, он всего лишь в ней свиней возил на продажу, и все. Больше на ней ничего не делал. Ой, ну, еще один. По случайности просто он ехал и случайно заехал в болото. Но это уже не важно. Итак. Это ВАЗ-2108, я уже сказал. Пробег у нее 25 920 километров. В принципе, неплохое. Если ее продать, то сколько? Нет. Я ее не хочу продавать, мне она нравится. Итак, сначала давайте мы ее перекрасим. Хочу я ее, значит, перекрасить в бежевый цвет, если по возможности. Просто у моего папы была бежевая восьмерка. Но это не бежевый, это что-то какое-то коричневое, вот это что-то фигня какая-то. Так, не, этот не бежевый, мне нужен. О, так, насыщенность. О, уже что-то прорисовывается. Вот такая примерно была. И прозрачность. Так, это не надо. Ой, так. Ну, что-то похоже на бежевый, скажите. Не, ну прикольно, смотрите. Все, применить 240 рубликов это будет стоить. Еще я хочу поставить колпаки. Конечно, были колпаки у нее, я не помню, у папиной восьмерки, но себе я хочу поставить. Они тут вообще есть. Походу, колпаков нету. Да, колпаков, к сожалению, нету, но ничего страшного. Такая восьмерка тоже пойдет. Итак, вот двигатель. У него мощность сколько? 69 всего лишь. Слушайте, а как вам идея поставить на нее другой двигатель? Идея хорошая, чтобы на ней там гонять. Ну, давайте снимем и купим какой-нибудь движок на нее. Магазин. О, моторы. Так, это 80 лака был, это... О, 93 лошадиные силы. Смотрите, на ВАЗ-2108, ну, на Ниву можно поставить, на Москвич 41 и на 412. Ну, давайте, что его поставим. Это от 21-12, от 12-ки точнее. Ну, нет, не-не-не. Вот, в принципе, неплохой. 75 лошадок, в принципе. Гонять-то я на ней сильно не буду, поэтому можно купить, давайте. Покупку товара успешно доставлен на склад. О, уже время. Итак, все, всех с добрым утром. Вот склад, моторы. Нет, утилизировать я его не хочу. Утилизировать? А что тогда с ним делать? Так, все, вот я разобрался. Все, установили мотор. Какой-то солидненький. И все хорошо. Давайте ее проверим на автодроме. Все, погнали. Так, посмотрим, как она будет ехать. Главное мне сейчас не перепутать заднюю и переднюю. Первую передачу, точнее. Она прям прет. Для восьмерочки это, в принципе, неплохо. Так. Так.
Не, смотрите, какая она прям шустренькая такая. Оп. Даже немного получилось подрифтить. Спорим, что сделаем сейчас 360? Ну нет, к сожалению, не получилось. Надо, наверное, больше разгон. Давайте сейчас попробуем. Ну почти, почти. Ну, короче, все нормально. Давайте выходим. Итак, гонки у нас тут есть. Так, это что, продают УАЗик. И... Эх, жалко эту восьмерку, конечно. Так, гонки тут есть, интересно. Так, вот, здесь появилась гонка. Вот, давайте на восьмерке ее. Йо, короны бабай. Это что за мега-колхозище? Просто. Пипец. Ну все, это уже... А, хотя... Давай, восьмерка, я в тебя верю. Смотрите, какой здесь просто идеальный руль. Я прям обожаю вот этот вот руль у восьмерки. Просто супер. Все, и мы финишировали. Так, у нее. А, ну, у соперника там. Это все, это просто вид. У нее там мотор. 69 лошадок всего. Оп. Подперли. Пока идем вроде наравне. Ё-моё! Да ну блин, ё-о! Отлично, отлично, отлично. Все. До свидания. Ну, у него тоже 69 лошадок. О! Головастик, здорово. Цвет у тебя, конечно, ну, такой себе, если честно. Куда? Головастик, ё-моё. Чё, в себя поверил, что ли? Куда? Я просто потерял дар речи. Ну, у него 145 лошадок, это понятно. Ну, ладно, ничего. О, Рафик. Кстати, я хочу себе Рафик купить. Он мне будет скоро доступен, наверное. Таким с кузовом. Просто мне такой нравится Рафик. Ну, это уже все. Я выиграл, можно сказать. Просто я вообще фанат Рафика. Мне нравится эта машинка. Смотрите, он... Стой, 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 стой! Пипец. Эх, привет, мой рассобратец. Так... Ну, это тоже все. Я проиграл, можно сказать. Все, пипец. Так. Все равно восьмерка, кстати, прикольненькая. Это только салончик уютненький. У него 80, у меня 75, это понятно. Эх. Ну все, давай мы тебя отправим в гараж. Надеюсь, вам понравился такой довольно небольшой ролик. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был я, Руслан Стар. Всем удачи и всем пока-пока!